подряд. Опять розыгрыш и будет подача. Подача в штрафную. Удар и гол! И вот он, первый гол. Забивает его 25-й номер Пилипенко Михаил. Капитан команды. Вот так вот начинается матч. Очень бодро, очень резво. И мне кажется, уже будет немного полегче. Прошло уже 21 минута. Счет 1-0, 0-1 в пользу Спартака. И он с мячом. Он с мячом в центральном круге сейчас разыгрывает мяч. И очень интересно, сейчас в касание делал пас и ускоряется, да, ускоряется сейчас. И это гол! Да, товарищи, это гол. Шитов Влад. Шитов Влад сейчас ускорился, обогнал своего оппонента, защитника Спартака 2. Получил мяч, отвоевал его и выше ворот. И у нас опять вынос. И опять Спартак впереди, Ой-ой-ой, это что? Это гол! Вот так вот, пока я отвлекался на то, поставит ли арбитр пенальти или нет, потому что цеплял ногами сейчас защитника 8 номера Шитова Виталия, но он протолкнул мяч и не успел защитника вынести его. Спартака 2 и 3-0, не поле. Милехин Егор делает передачу на своего капитана Михаила. Михаил сейчас идет сам, делает передачу, очень хорошую передачу на Шитова Влада. Влад бьет и гол! И это гол, и это 4-0, и это разгром. Вот сейчас такой кульбит продемонстрировал Влад. Акробатика и точность, и сила удара у него в порядке. Да и Спартак сегодня в полном порядке. Еще опять на Влада, но там перехватывает защитник мяч, и атака на этом заканчивается. Но мяч остается у Спартака. И он опять рвется к воротам. Капитан команды сейчас получает мяч, удар и гол! И вот он гол, и это дубль. Это дубль Михаила Пилипенко. Капитан сегодня действует поистине по-капитански. Не боится брать игру на себя, не боится бить. И смелость вознаграждается. Этот Соловьев теряет ориентацию, пытается найти мяч. Крутит головой, и в это время Спартак 2 забирает этот мяч. Но вот опять неточная передача. Да, что с точностью сегодня что-то у нас не ладится. И Спартак ошибается. Вот и сейчас Шитов Влад может забивать. И что он и делает? Гол! Гол Влада позволяет увеличить преимущество до неприличного. До неприличного сейчас увеличивать преимущество Шитов Влад. И счет уже 0-6. Счет 0-6. И тренер Спартака 2 сейчас, мне кажется, уже взорвется.